Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампере, из Финляндии. Это видео будет посвящено вопросам трудящихся. Ну и когда я записываю видео про YouTube, говорю, что отписалась от 10 каналов. И мне был задан вопрос: Оля, ну вот вы всегда хвалите Лену, Марину и так далее, и так далее. Ну а почему вы не называете, от кого вы отписались? Народ, я, конечно, даже рассказывая какие-то ситуации жизни, я никогда не называю никаких имен, только, как говорится, чтобы не подвести этого человека под монастырь. Я все равно считаю, вот какое-то расстояние должно быть, и если ты очень близко подходишь к другому человеку, вот близко-близко к коже, да еще называешь имена, нет, конечно, имен я не называю, но я составила себе список, и расскажу, а почему я отписалась, какие критерии должны быть на канале, которые, как говорится, мне вот непонятны и неприятны, и смотреть я такого не буду. Не знаю, как сесть, у меня ужасный народ пробор, на пробор не смотрите, смотрите на мой шелковый шарфик, который завязала для вас, для любимых подписчиков. Ну и первое, что, конечно, ужасное, это оскорбление с YouTube. Да, иногда такое видео тебе выйдет, и когда ты открываешь, не то что диву даешься, а просто глаза на лоб, и челюсть у тебя тоже открывается. Как люди поливают из ведра друг друга, и они думают, ну это-то меня точно не смотрит, почему бы я про нее не могу гадость с экрана сказать? Ну даже если этот ютубер не подписан, может быть какой-то совместный подписчик, или наоборот, какой-то вот такой, проходя мимо, ткнет на это видео и поймет, про кого ты говоришь, всегда нужно, как говорится, делать шаг назад и думать, нужно ли вот оскорблять прямо с экрана. И некоторые дурдалии еще такие, они называют имя, как говорится, ютубера, вот на который этот чан говнилина они выливают. Но это просто караул караульный. Нет, конечно, всегда нужно, фильтровать свой базар, вот как бы грубо это ни звучало. И потом не забывайте, этот ролик будет гулять по Ютубу и год, и два, и три. И представляете, сколько вот этого негатива еще будет собирать этот ролик, пока, как говорится, вы остыли. Даже если вас колбасит, даже если вам кто-то сделал плохо, у вас украли ролик, у вас сплагиатили название ролика, у вас сплагиатили тему ролика, но все равно нужно остыть перед тем, как записывать вот такой ролик и оскорблять другого блогера. Я считаю, что это недостойно поведения. Все равно мы должны вот в таком блогерском сообществе существовать. Ну и второе, неуважение своих подписчиков. Иногда смотришь какие-нибудь ролики и диву даешься, для кого этот ютубер снимает. Но если ты делаешь что-то по дому, моешь посуду, чистишь картошку, чистишь лук и так далее, ну ты сделай это, сядь нормально, сосредоточься и записывай видео уже на тему, что ты сделал. Если ты жарил картошку, покажи картошку вначале, вот такую картошку я жарю, сейчас покажу, что получится. Люди с удовольствием посмотрят, но некоторые делают это, ставя камеру и общение через плечо. Тут вот она что-то на кухне делает, и через плечо она вещает. Тут слышно, тут не слышно, это из этой серии. Тут играй, тут не играй, тут я рыбу заворачивал. Вот тут точно такое. То есть, когда человек через плечо вещает, и тут она что-то вот в этой раковине делает, но это просто караул караульный. Я не знаю, может это мода такая, тренда, что-то делать на кухне, вот это журчит вода, и тут же через плечо чего-то ты народу вещаешь, потому что телефон явно стоит на столе. Ну так тогда ты еще сделай ход конем, расставь ноги буквы X, наклонись и вещай между ног, еще будет больше подписчиков, если через плечо уже все вещают. Ну это просто караул, я считаю, это просто неуважение к твоим подписчикам, если ты вот так через плечо чего-то там вещаешь. Да, конечно, может быть какая-то ситуация, ты идешь по улице, вот камера, как говорится, стояла, тебе пришлось обернуться и что-то рассказать. Да, я все понимаю, но тут система вот этого вещания через плечо, я не знаю, народ, конечно, это просто караул. Не моя, скажем так, тема, при всем уважении, может быть, действительно, это вот такая модная тема вещать через плечо. Ну и, конечно, если ты записываешь видео или у тебя идет стрим, да, конечно, если ты сидишь и час в интернете, и два,
Все мы люди, все мы человеки, хочется и по-маленькому, и по-большому. Но что ты сделаешь, да, можно всегда культурно на этом стриме сказать. Народ, жизненная необходимость, сейчас убегу, засекайте секундомер, через сколько прибегу. Люди улыбнутся и поймут, что ты побежала по нужде. Но если камера у тебя стоит, и ты ведешь стрим, и ты уходишь, никому ничего не сказав, и потом приходишь, как ни в чем не бывало, садишься на стул, продолжаешь вещать. Это опять, я считаю, неуважение людей. Ну, конечно, если люди сидели на этом стриме, и вот так вот блогер раз-два и ушел, да, конечно, может быть, там что-то случилось, заглохла твоя моечная машина или еще что-то. Но ты скажи, мы все люди, мы поймем. Ну, просто оставить камеру включенной, чтобы вот эти часы набирались. И, как говорится, пошла она куда-то, пошла, опять пришла. Это, конечно, тоже караул. Неуважение. А я считаю, что это неуважение подписчиков. Точно так же люди вещают, лежа в кровати. Это тоже, конечно, модно. Это наверняка какой-то контент. Да, но ты хоть тогда смотри, что у тебя видно, чего, как говорится, не видно. Я помню, когда записывала поздравительное видео из сауны с Новым годом, я своему мужу сказала 250 раз, запиши, посмотри, что, не дай бог, там что-то промелькнуло, там что-то промелькнуло. Так страшно, что-то кого-то, как, не дай бог, много кто-то увидел и начнут писать, что Оля там что-то тоже было, просвечивало и так далее. Ну, тут человек лежит просто в кровати и вещает из кровати, и видно больше, чем наверняка YouTube может пропустить. Ну, а с другой стороны, может, действительно эта дама решила, вот я тут сейчас лягу, и какие-то, может, мужчины подпишутся и будут со мной общаться в интернете. Ну, беги, спотыкайся, как говорится, кому ты нужна, да. Может быть, какая-нибудь, если бы молодая козочка легла, может быть, кто-то и подписался. Но, к сожалению, на нас уже, хоть ты как не ляг, вряд ли подпишутся. Да, конечно, уважение, вот это тоже иногда бывает, отсутствует полностью. Ну и, конечно, никогда ты не знаешь, кто тебя смотрит. Как можно принизить, унизить этих людей с той стороны экрана? Иногда слышишь такое, диву даешься. Но если ты делаешь какой-то обзор, ты рассказываешь про какие-то вещи, про напитки и так далее, Ты не имеешь права, нельзя так говорить, ты обижаешь своих подписчиков. Но вы наверняка такого никогда не ели, вы наверняка такого никогда не пили и не знаете вообще, что это. Ну вот я вам тут сейчас показываю. Но откуда ты знаешь, что люди пили, что они ели? Они, может быть, пили и ели больше, чем ты вообще в жизни видела 250 раз. Ты никогда не можешь знать, кто тебя смотрит, с каким достатком люди смотрят. Смотрит тебя директор какого-то завода, который живет на Рублевке, или тебя смотрит кассир с Пятерочки. Ну, все мы люди, потому что нельзя вот такую планку ставить. Конечно, ты можешь на своем канале написать, у меня только вот такой эксклюзив, я показываю только все шикарное, прошу кассиров из Пятерочки на меня не подписываться, но это вообще, конечно, караул. Нет, всегда нужно рассказывать с уважением с другой стороны сидящих людей, и если вот такая фраза, не дай бог, проскальзывает, но бывает, что и на старуху, как говорится, вот такая проруха, ну ты хоть пошути, что народ, это я прикалываюсь, типа того, что не верьте. Да, может быть, действительно, вот такой, как говорится, проскользнуть, ну это можно всегда перевернуть в шутку, что действительно шутка кроме шутки, ничего кроме шутки. Ну, когда вот такое идет, вы такого не видели и не знаете, да, это тоже всегда мне не нравится, честно говорю, что вот, как говорится, отписалась только из-за этого. Ну и когда притягивают своих детей для контента, то есть дети танцуют, дети поют, дети читают стихи. Сейчас полное Рождество, 4 недели дети крутились вокруг елки и так далее. Я думаю, что если вот такой контент вы записываете, вы хоть пишите, что для кого вы этот контент записываете. У меня дети взрослые, внуков у меня, как говорится, нету, и когда они будут, одному Богу известно. Честно говорю, 4 недели смотреть маленьких детей, да, можно посмотреть одно видео, порадоваться, как здорово, что вот у вас такие талантливые дети, да, они крутятся у елки.
Шик, блеск, красота. Ну, когда 4 недели, а в неделе 7 дней. И вот посчитайте этих 28 роликов, нужно будет посмотреть, как ваши дети крутятся у елки. Ну, ладно бы это кончилось все на Новый год. Нет, но это же еще продолжалось 2 недели после Нового года, пока не кончился старый Новый год. Вот 6 недель эти дети у елки. Я не знаю, это может я такая критичная к маленьким детям. Ну, я не знаю, зачем такой контент снимать, если вы своих детей любите и вы их снимаете. Пожалуйста, запишите эту пленку, положите, или на что вы снимаете. И лет так через 20 вы достанете, вы будете всей своей семьей смотреть, какие ваши дети были маленькие, и радоваться жизни. Ну, я думаю, многие тоже отписались от этого блогера, который 6 недель подряд показывал, как вот эти дети у елочки, как говорится, кружатся. Я не знаю, может, действительно это я такая с претензиями, да я лучше котиков посмотрю, как котики прыгают, бегают, и собачка делает какие-то упражнения, чем 6 недель кружащих детей у елок. Ну и девочка мне написала: Оля, ты не поверишь, раньше гадости писали только подписчики неадекватные, теперь другие блогеры ставят второй аккаунт и пишут с него. Вот это я когда первый раз услышала, я была в таком ужасе. Это ж надо как себя не любить, чтобы вот такой ерундой заниматься, чтобы завести второй аккаунт, чтобы писать твоей коллеге какие-то гадости. Но это называется что? Пытаешься выжать ты с платформы, пытаешься ты вести человека вот в такой штопор, чтобы он прекратил снимать, чтобы ты только одна осталась на Ютубе. Ну, я думаю, если ты выживешь одного, ну выживешь второго, ну выживешь третьего, да завтра придут 25 новых. Просто на всех здоровья не хватит. Если кто-то такой ерундой занимается, я думаю, что человек, который написал, человек знает про YouTube больше меня в 50 раз. Да, действительно, наверное, такое есть. Кто-то заводит второй аккаунт, чтобы вот такую гадость писать. Я иногда, когда читаю, мне нужно подождать, как говорится, 5 минут или 10 минут, вот додумать, что это может значить, и потом только я понимаю, что какой ужас, это ж надо сколько иметь злости, чтобы вот такую, как говорится, гадость на другого человека сливать, чтобы тот прекратил канал, и чтобы остаться одному вот на такой платформе, которая вещает про Финляндию и так далее, и так далее. Ну и монетизировать своих коллег. Вот это я написала на последнее. Конечно, люди, которые говорят, ой, денег мне не надо, YouTube у меня только вот такое хобби, и денег вроде как я не хочу, у меня все шоколадно. Вот они приехали отсюда, поехали туда, показывают свои покупки. Но и с другой стороны, все равно видео снимают, все равно монетизация идет, и других блогеров приглашают, делают коллаборацию, чтобы, как говорится, какие-то новые подписчики пришли. Ну и вот это монетизирование другим блогерам, то есть пытаются вот с этого, как говорится, принять на себя этих подписчиков или подписать к себе этих подписчиков, как лучше по-русски сказать. Я думаю, что это тоже не все очень хорошо, если блогеры дружат. Да, я дружу со многими блогерами, мы общаемся по WhatsApp, посылаем сообщения, посылаем фотки, делаем скрины и так далее. Здорово, если есть вот такие люди, которые с тобой на одной волне. Но я не могу представить, мне какая-нибудь неадекватная дама или молодой человек напишет, что «Оля, вот у вас столько подписчиков, давайте-ка я с вами сделаю коллаборацию, чтобы они тоже на меня подписались». Да, конечно, я всегда за дружбу на Ютубе, почему бы нет, но я не хочу, чтобы меня просто вот так, как говорится, внагло использовали. И точно так же, когда люди подмахивают одной фразой всех, это тоже, конечно, ужас. Ужасной, конкуренция большая. Я всегда говорю, что на всех хватит подписчиков. Только из-за того, что ты будешь делать вот такое, топи другого и выплывай сам. Нет, к сожалению, это не всегда срабатывает. Это срабатывает на очень короткую дистанцию. Но люди, когда понимают, что за ситуация, они могут отписаться и подписаться обратно на того блогера, которого вы топили. И я считаю, что дружить надо со всеми,
и с блогерами мужского пола, и с блогерами женского пола. У нас у всех, как говорится, своя аудитория, каждый рассказывает про свое, и у каждого есть свое мнение. И мне одна дама написала: «Оля, живу в Финляндии больше тебя». И уже на пенсии вот столько лет, и смотря твои видео, на 50% с тобой согласна, на 50% нет. Я не знаю, я так обрадовалась и посчитала, что если человек, смотря мои видео, имея вот такой большой жизненный опыт, и наверняка она знает больше меня в 250 раз, говорит, что она со мной согласна на 50%, я считаю, что процентуально это очень здорово. И я думаю, если мы даже 10 человек вот так вот в рядок поставим, или пусть они сядут и расскажем одну и ту же ситуацию, половина скажет: да, я согласна, точно так вот я тоже думаю. И половина скажет: да нет, конечно, у меня есть свое мнение. И наверняка десятый еще скажет: нет, у меня есть еще третье мнение, про которое вы вообще не рассказали. Конечно, у нас есть свое мнение, мы смотрим на одну ситуацию, как говорится, вот со своей колокольни. И если мне девочки пишут: Оля, живу в Финляндии больше тебя, и знаю вот такое и такое, и согласна с тобой на 50%, я считаю, что процентуально я не уж не такой, как говорится, и плохой блогер, если мы возьмем вот эту массу, которая про Финляндию вещают. Народ, пишите, от какого блогера вы бы отписались? Вот такой, который, как говорится, забил на подписчиков, вещает через плечо, моя картошку на кухне, который оскорбляет других блогеров, вот такие тоже, к сожалению, есть, или действительно плагиатят все подряд, начиная с названия, с превью картинки, с тезисами, чего ты говоришь и чего ты не говоришь, или вам все равно, главное, чтобы вот такой ваш был родственник, сосед или из той местности, из которой вы родом, вот этот ютубер вещает. Мне иногда, к сожалению, не найти на все вот такое умное, как говорится, заключение. Ну, я рассказываю как есть, иногда меня колбасит больше, иногда колбасит меньше. Иногда нужно пропустить вот эту информацию через себя, чтобы что-то, как говорится, слитное вот такое из этого видео получилось. Но я думаю, кто меня смотрит много раз, со мной согласятся. Уважать надо себя, уважать надо коллег-ютуберов, ну и, конечно, уважать надо подписчиков, которые с той стороны экрана. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля Стампер. Всем физкульт, привет!